Карина, ты на церковь смотри. Смотри. А вот этот крестик, он почему-то почернел. Да, ну вот говорят, что когда человек болеет, вот такая ситуация может произойти с крестиком. Находясь рядом с Богом, невозможно не словословить. Угу. Ведь что такое Бог? Это абсолютная красота. Вот представь себе, ты когда-нибудь такую музыку слышала прекрасную, когда вот радостно можно было прыгать от радости и хлопать в ладоши. Никогда не встречалась, нет таких. Ну что такое потрясающее в жизни, что захватывало бы все сердце.